Друзі, ну що, настав той момент, коли ми зараз будемо відкривати ваші подарунки, подарунки, які нам вислали підписники. Зараз ця посилка від кого? От Аліси Петрової. От Аліси Петрової, зараз держу, да, і фамілія, це з Латвії. Подивимося, що нам прислали, це так приємно. Що там? Ух ти! Вау! Латвійські динозаври, ще й з вішалками. Дуже красиво, Аліса. Смотри, ще й все з вішалками. І з вішалочками прям? Да. Ю-маю, боже, яка красота. У Ролика тебе будуть свої вішалки. Боже, як... і такий колір класний весь. Прям, ну, взагалі, мамочки. Да, які... красиво. Да, Ніка? Та що ж це таке? Боже, ви одягаєте нашу дитину. Ми взагалі ми ще ні разу нічого не купляли. Смотри, це комплект шапочка Боже і штанішки. Мой, Ніка. І шапка, смотри. І все в динозаврах. Боже, клас, наш маленький динозаврик. Що там? А я не знаю, ось здесь все... На латвійському. Ну, я не знаю. На англійському нема? Боді, що там? Може це шампунь чи що? Покажи, яка. Боді крем. Ну, крем Body для тіла. Крем? Да. Покажи, який. Класний? Ой, який красивий, боже. Вау, це клас, мені. Клас, крем для тіла. Тобі? Да. Класно. Довольно, піпец. А це тобі. Шпроти какие-то. О, боже мой, дуже дякую, дуже дякую. Женя, Алиса, спасибо огромнейшее. Мне очень сильно приятно. Рижские? Рижские. Я знаю, это самое классное. Шпроты я в Риге, когда был, только в них ел. Там раньше видишь, Советский Алиса, Союз, только Рига. Алиса, я тебя не забыла, видишь, тебя тоже уважила. Ну так классно. Но все равно один не буду есть. Конфеты. Оф, Латвия. Латвийский, она говорила, я вышлю. Покажи, 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 какие. Смотри, какие красивые. Блин, вообще просто, блин, бомба. Это пойдет в нашу коробку со сладостями. Да, мы собираем, мы от вас собираем вот эти сладости. Это вот эти шарики, Виталик такое любит. Шоколадные шарики. Ух и класс, ё-моё, а. Класс. О! Это зефир. Блин, это так приятно. Мы такие взагалі не ему. Боже. Это мы маме моей подарим. Мама очень любит зефир. Мама? Привет. Оно пахнет прям через пакет. Блин, класс. Пахнет зефир? Да. Моя бабушка тоже даже любила. Это? Блин, еще... Еще злохыну, это же моя любимая. Нет, это мама. Тоже надо. Ну ладно, ладно. Я возьму одну, попробую потом. У тебя в гостях. Это печенье шоколадное. Охренеть. Блин. Это шоколадное печенье. Йиху! Боже мой. Так что тут не только Давидику, а еще и нам. Шоколадка абрикосовая с орехом. Я такую не ищу. У нас таких нема в продажу. Это вот шоколадка это, да. С вафлей и с конфетами. Покажи. Здесь конфеты нарисованы. Смоктательные. Охренеть, блин. Охренеть. Я еще такого не видела. Я тоже такого не бачу. И шоколадка с орехом. Вот это, наверное, самое вкусное. Боже, нам, кстати, первая посылка за кордоном. Записка. Первая? Они знают, я уже собираю вот эти их записочки. Их. Привет. Передаю вам подарочки с Латвии. Надеюсь, все понравится. Спокойного неба и всего самого лучшего. От Алиса Петрова. Вообще класс. Мирного неба нам с Латвии желают, видишь. Вот так. Спокойного. Вообще крутяк. Алисочка, дуже дякую тебе. Зайчик, дуже дякую, честно. Спасибо большое. Дуже. Класс. Да, ты в шоке. Я вообще, это так приємно, блин. Это так приємно. Давиду, диви, які вещи. Самое главное и меня, и тебе. А мне вообще-то сладости.
Потому что она знает, это, что я люблю сладкое. Это пойдет в пакет. Это наш фонд кидает солодочек в телеканал. У нас специальные пакеты, мы туда складываем конфеты. Да, все, что вы будете присылать, мы будем все скидывать. Потом будем так, распаковывать. Здесь, наверное, дракон. Так, от кого эта посылка? От Тани. Таня уже нам присылала. А как фамилия, не помнишь? Подивись на наклейки. Жданова чи ні? Якась не помню, чи та дівчина, чи не та дівчина. З якої сторони переверни. Поки Ніка дивиться, я ще раз скажу. Аліса, велике дякую за те, що, я не знаю, розумієте в українській мові чи ні. Надіюсь, що розумієте. Нестеренко? Нестеренко. Я дуже вам дякую, хочу від щирого серця побажати вам миру, здоров'я і здоров'я вашої сім'ї. Дуже дякую за ці подарунки, це буде Давіду. Дякую за то, что мне и Нике выслал. Это дуже-дуже приятно. Это очень приятно. Спасибо тебе большое. Так, теперь Жданова, да? Человек, как это? А, Нестеренко. Нестеренко. Я так открываю, что аж пакет. О, ё-моё. Мама, не горюй. Боже мой, вот это выслали. Ё-моё, я ж такого не бачив. Троечка на 4-10 кг. Оце, блин, подарунки. Ого. Ніка, це вообще пипец. Ого. Ніка, це пипец. Мне кажется, что даже нам придется памперсы надевать. Памперсы... на сколько? 10 кг. Нет, это что-то... Это ж памперсы. Наверное, да. Нифига себе. Это какие-то пеленки, наверное. Вот. Может, да, да, это даже, наверное, какие-то пеленочки. Точно. Это пеленочки. Это пеленочки. Наверное, если нет, то пока... Да, чтобы дитина, может, не лежала. Ну, подивимся. Да, это пеленки. Это... Вот, видишь, ноги нарисованы. И вот, вот, лежит на пеленке. Лежит это, скорее всего, на пеленке. Ого. Это трусики плавательные. Ты шо, ладно, да? Это нам можно его в бассейн отдавать. Да, это трусики плавать. Блин, класс. Плавательные трусики, Женя. Ого-го, ого-го. Боже, куда мы это все будем смотри, складывать? Смотри, я так, блин, так рвала коробку, что аж, блин, здесь. Это памперс, троечка. Итальянские, видишь, Италия. 4-10. Та, Женя, Танечка, а ми з тобою взагалі покупали памперси? Ні, один раз колись. Ти їх купляла десь, по-моєму, в Золотонож. Мама покупала в роддом тобі одну. І все. Все, ми не покупали більше. Дитині вже півтора місяця, ми не раді, що... З такими друзями, блін, так. Да. Це взагалі... Троєчка. Тоже тройка. На 7-13 кілограм. Ти що, ти що? Женя, мы с тобой ему до года мы будем памперсы покупать. Магнитик на холодильник. А ну покажи. Это магнитик. Слава Украине, обалдеть. Это магнитик уже? Наверное, да, это магнит, 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 магнит. На холодильник. Я сейчас подцеплю, класс. Памперс, троечка на 6. Боже, у нас тройки, кстати, все тоже хорошо. А здесь о троечке она говорила, что, вы смотрите, там на разные килограммы. А, троечки, но они разные. Ого! А что это? Бутылки? Бутылочки, это то, что я люблю. Ё-моё. От 0 месяцев уже можно. На 250. Блин, я так люблю бутылочки. Одна мне, одна тебе, одна Лёльку. Три штуки сразу, да? Да, класс. Блин, подожди, я сейчас... Я так хочу, что аж порву, наверное. Да, рвы, все равно они же будут открываться. Ах, как я такое люблю. Да! Это как на день рождения, знаешь, рвешь подарки. Коли скоро день рождения, да? Да, уже совсем скоро. Друзья, 23 сентября, 23 вересня у Ники день рождения. 150. Да? Да. Охренеть. Три штуки, блин. И все разные, смотри. Рисуночки вроде одинаковые. Здесь вон так, здесь так, здесь так. Класс. Охренеть. Блин, Танюш, дякую. Класс. Вообще. Боже, какие у нас
люди, які у нас, Боже, хто нас дивиться, такі добрі люди, Господи, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам миру, мирного над головою неба, я не знаю, сонця у ваш дім, щастя, здоров'я вашій сім'ї, я не знаю, я це від щирого серця вам бажаю. Що це таке? Шампунь, лимон. А это детская? Не знаю. О, как пахнет. Да? Класс. Блин, надо спросить у Тани. Давай, показывай, что дальше. Боже, я не знаю, Боже, сколько у нас всего. Это просто космос. Это она говорила. Она тебе что-то писала, да? Шо? Да, она за кое-что писала. Она говорит, что это... Это... То же самое, что нутриндлон, только заграничное. Она говорит, что это одно и то же. Что это просто нутрилон, только, видишь, что все написано, нутри, флора. Но она говорит, что это нутрилон. Тоже, да? Тот же самый, говорит, нутрилон, только заграничное. Ну, будем, значит... Ну, надо почитать в интернете, что это. Просто говорят, угу. Что нельзя разными смесями кормить. Но она говорит, что это то же самое, что нутрилон. Типа нутрилон, только... Ну, классно. Нет. Вообще класс. Бебіко, надо почитать, что это дуже, такое. Это дуже классно, коли есть. Ого. И вот это большое. Это ещё больше вообще. Это на, как у нас на килограмм, а это на 800 грамм. Охренеть. Она говорит, что это одно и то же. Но я ну, подивимся, если что, то мы уже в натуре будем кормить. Это вообще смесь, ты что? Надо почитать, да. Так это, наверное... А это что, кашки, может, какие-то? Наверное, это уже... Каска, да, это, наверное, какие-то кашки. Это... Мне кажется, это какая-то кашка. Ну, это уже когда он повзрослее. Да, когда повзрослее, класс. Ну, ты что вообще? Да, это... Боже, у нас дитина скоро будет есть, пить, одягаться и... Вы нас уже и кормите, и поете. Уже все, я не знаю, это такая великая допомога, блин. Дуже велике дякую. Каша кукурудзяна. Це, кстати, сейчас дуже уместно нам. Каша кукурудзяна 4-4 місяці. Це що заграничне, да? Что там? Ну что там? Что ты так прямо это? Что там? У меня что уже день рождения? Это финики. Финики? Это мама. Это то, что ты любишь. Я люблю, но мама тоже любит очень. И я люблю. Мама любит зефир и финики. Класс. Так что, тоже солодощи, чи что? Да. Ё-моё. Это что-то детское. Маст. Домино. Что это такое? Открывай, дивись. Надо будет читать. Да, крем, только непонятно, что это за крем. Надо будет почитать, это какой-то крем. Все запечатанное, смотри. Угу. Так все новое, новое. Да. Ого. Это зубная паста. От 2 до 6 месяцев, походу. Вау, я все люблю открывать. У него, чтобы вы понимали, у него уже 4 зубные пасты. У него еще зубов нету, но 4 пасты уже есть. Она закрыта, она закрыта. Все, видишь? Молодцы. Ну, коробочка, конечно, здоровенькая. О, еще одну. О, еще слава богу. Это маме. То можешь, да. Одна нам, одна маме. Это что-то, я не знаю, пишется, что это тампоны какие-то. Что это за тампоны такие странные? Надо будет открыть, посмотреть. О, еще hand body. Это шампунь, а это для тела. Это мне, скорее всего. Что там? Антибактериал, hands. А что это, почитай, может, ты знаешь? Антибактериальное, что там, может, это антисептик? Ну да, убивает 99% от 9 бактерий. Да, там это мыло антибактериальное, soap. Hand soap, мыло для рук. А, ого. Угу. Зубная паста, наверное. Да, зубная щетка. Блин, пизда. У него уже, блин, зубов нету, блин. Зубов. Но нету. Скоро будут, поверь. Бутылочки, блин. Боже, я не знаю, нам взагалі ничего закупать не надо. О, здесь как для дураков. Антисептик. Да, да. Антисептик, написано.
Это точно, это все надо так подписывать. Это кашка банановая. Женя, я не хочу тебе это показывать. Ну покажи, давай. Это сушеный манго. Ух ты, блин. Это сушеный манго, я никогда не ела. Я вообще никогда в жизни не ела манго. Чего так надо, можно было купить, я тебе якось предлагал. Я не ела манго. Можно было купить, чтобы ты попробовала. Она ж пробовала, сейчас шарахнет десь ракета, и ничего в жизни потом не попробуем. Сейчас нам треба вообще свои зеленые. Что это? Автономная подзарядка для мозга. Это тебе. Автономная подзарядка для мозга. Это тебе. Класс. Видишь, и нам. Ого. Блин, Женя, мне кажется, я в районе. Да? Это, Женя, это... Что это? Это вот те, вот это кто? Как ты говорил, вот эти монстры, мальчик и девочка. Я казал? Ну ты, монстры вот эти, красные, с зубами, то, что ты говорил. Девочка и мальчик, монстры. Как они? Да ты говорил мне, как они называются, монстры. Не знаю, я не говорил. Блин, я вообще не помню, как они называются. Ну, в общем, не в цьому прикол. Прикол в тому, що, блин, це бутилочка, да? Це бутилочка 6+, да. От 6 місяців? Да. Офігеть. Клас, я тебе теж такое хочу. Почему у меня такого нету? Ну, потому що ти вже вирісла з цього. Нет, я маленькая. Угу, маленькая. Ой, це теж не понятно, що це такое. Надо читати, не пойму. Что это такое? Скажи. Не знаю, что это какое-то. Крем, наверное, какой-то. Нет, оно очень твердое для крема. Да, может воск какой-то. Ну, спросишь, напишешь девочке это, спросишь. Да, его. Надо будет спрашивать. Ого. Это температуру мерять. Да ладно. Это термометр. Офигеть. Офигеть. Это термометр, Женя. Это который подносится вот так к голове, и оно... Я уже что-то клацаю. Охренеть! Ура! А как оно... То есть... А вот так меряется этим? Да, просто подкладываешь, нажимаешь, да. А я не знаю, как... О, 36,3! Охренеть! А у тебя, ну давай руку. Лоб, колбу прикладывай. Колбу. Подожди. 3,4,5? 3,4,5? У меня пониженное. 3,4,9. Оно еще раз, третий раз. 3,4,8. Вообще или к руке, или к голове, пофигу. 36,4. Блин, я в шоке. Класс! Вот это да! Вот это, конечно, уже да. Ого, прикинь, не надо вот так сидеть, блин, по 5 минут мерять температуру, приложила. Покажи. И все. Дуже, дуже приятно. Нажимай на термометр. 36,6. Давай еще раз. Ну, значит, на руке таким надо. 36,6. Класс. 36,4. Значит, я охереть, вот так и будем мерять. Это дуже классная штука. Завжди хотів так собі таку штуку, чтобы у нас было. А виключать як? Ну, сейчас сам, наверное, виключиться. Дуже круто. И не надо малому вот так сидеть под рукой, держать просто, блин. Дуже круто. Там є режим дитини, я бачу. Оце да. Це вообще жесть, клас. Я в шокі. Просто Таня, клас. Танечка, спасибо, да. Спасибо. Велике спасибо. Від серця просто кажу. Дуже дякую. Женя! Що таке? О, це нам. Що ти там побачила? Бутилки. Та ладно. Да. Ого. Ого. На 340. На 340? Это одна мне, одна тебе. Ё-моё! Я буду шейк пить, а ты пиво. Да нет, шо. Шутка. Вот это для дитини, конечно, блин, офигеть. О, какая соска классная. Ты шо, ты шо? Боже мой! У нашей дитини уже в этих бутылочек
Ну це круто. Це дуже круто, що є різні бутилки. Вони різні, абсолютно. Ви висилаєте. Які-то ж підходять, які-то ні. Ну ми ще не пробували, значить. І щоб Таня вислала, ми тільки їм і кормимо. Кстати, це ж Таня нам вислала ті бутилочки, що ми їм і кормимо, да? Да, кстати, ми висилаємо. Ой, ми кормимо тими. Вот это да. Ну, радостик, я вообще в шоке. Шо? Ну, это что-то детское, я не знаю. Хип. О, хип это классная штука. Что это такое хип? В общем, непонятно, надо читать. Я это думаю. Зубная паста. И это зубная паста. И это зубная паста. Блин, Женя, у него зубных паст, блин. Нормально, у меня самые будут зубы, блин. Американские зубы будут, голливудка. Это прокладки, это я знаю, не турель. И это прокладки Джесса. Соски. Соски? Соски. А ну покажи. 18, на 18 месяцев. Офигеть. На 18, это уже на большого. Ну что, на полгода. На 18 месяцев. А, 18 нет, какие? Месяцев. Это на полтора года. О, это прокладки. Ну, класс. Женя, мы запаковали, блин. Отрежь пакет ножом. Три соски. А ну, покажи. Это на сколько? На 6? 18 месяцев. 6-18. Охренеть. Ножом, а я... Тоже зубно, с кокосом? Почитай, я не понимаю. Что-то знакомое паста? Есть? Diaper Rush, паста. Паста? Тоже паста, конечно. А что это? My Little кто? Где? Ну вот, на соске написано. My Little... Sparkly. Я не знаю, как Sparkly переводится. Я просто не помню. Это тоже на 16. Это на большой рот. Ничего. Может, у него такой рот, как у мамы. Это чай. Класс. Это чай. Что ты такое говоришь? Смотри, я сейчас в таких коробочках сейчас не видела. Охренеть. Таких красивых квадратненьких. Охренеть. Класс. Кстати, сейчас осень и очень хорошо сейчас чай. Да? Да. У нас там Женя может сказать тампоны. Мы такое любим. Чай! А ну покажи. Чай. Лон, класс. С апельсином. Вот это Таня молодец, блин. Да вообще, девчата просто... Типа, а свое отдают, новое все берут, ну, и да. Отдают. Да. Молодец, конечно. Ого. Это на меня? А что именно на тебя? Ну она такая большая. Это ты маленькому, ты что? Ну попробуй идти на себе. Не, не на лазе. Не надо, она на лизе. Красивая шапка. Да, жёстенькая, да? Да. Вообще, да. О, это костюм. Охренеть. Вау, вау, штаны и кофта. Ого, да вау, вау, шо? Вау, вау, блин. Смотри, какой модник будет, блин. Вау, да ты шо, блин. Да ты шо. Лёлик, мне кажется, блин, будет самым счастливым ребенком. Все, последнее. О, це время быстро пройшло, півгодини, блин. Коло... У нас щось похоже є, кстати. Это, кстати, оно может скоро уже на него будет. Кстати, да. На зиму. У нас есть похожий, да, на цей? Да, это Таня присылала. Тоже, да, Таня? Да. Кстати, дуже сейчас на него може. Ну, побольше, даже карман. Той був більше, цей менше. Даже карман есть, это будет деньги складывать сюда. На мороженое. Боже, Танечка, велике дякую тобі. Ти просто сонечко умничка, дякую тобі велике. Блін, я в шокі, Женя, да? Давай обсудимо цей момент. Як тебе, що присилаються такі посилки? Я... Мені кажеться, що навіть, блін, своїм лучшим друзям, блін, і родственникам не так, блін, отношення таке хороше. Да, да, да. Родственники скільки не присилають вообще. І ніхто не передасть. Я ж тобі говорю, ну, блін, у мене мать моя рідненька в Англії живе, то внук родився, ні разу нічого ж не передала. Вообще. От нічого. Це підписчики. Навіть конфети. А ти диви, підписчики наші. От це можна? Це підписчище, а не підписчики, ти представляєш? Ну так ні, ну так, якщо так подумати, прикиньте. Зі моєї сторони, там, у мене є там родичі. Да? Ну я нічого не кажу, і пред'яв нема, кожному Господь Бог суддя.
У мене там є батько, да, там, якого я там не бачу там, все своє життя, але там якісь роки ми вже общались. Там в мене є дядя, да, там, в мене є там братя в цьому світі, є там матір рідна, яка ж живе там, в другому государстві вже все життя. Але бачите, родився в мене син, то я вам скажу, що не один з моїх родичів, не одна людина не прислала навіть конфету. Не то, що не прислала, навіть не написала, що вітаю там з днем народження. Ну, нічого не було. З моєї сторони, з Нікіною, в яких питань нема, у неї є мама, папа, сестра, бабушка. Вони всі допомагають і харчами, і там і грошами, все як надо, що і внук, і правнук народився. А тут веду до чого, що дуже приємно те, що ви нам присилаєте, ну, просто боснословні, дуже дорогі подарки, реально, це, блін, це наскільки приємно, мені важко підібрати слова, як це приємно, коли твої родичі нічого не допомагають, а коли ви, ребята, які ви нас дивитесь вже, скільки... Будь здорова. Скільки там років, але тільки почали нові дивитися нас, підписники, ще стали старі підписники. Але наскільки ви поважаєте нас, наскільки ви любите нашу дитину, що вона вже, наша дитина, вона вже як ваша дитина. Дякую вам велике. Той, хто змог мене зрозуміти, що я на українській мові кажу, большое всім спасибо. Ті, хто не розуміє український язик, тому що наш ребенок уже став як ваш ребенок. І благодаря вам, реально, ви висилаєте ну, такі подарки, це реально все дорого. Даже если не возьмем материальную часть, самое главное – это внимание. Не важно, что вы присылаете. Даже обычный фантик от жвачки Love, там, да, там, я не знаю, от любой жвачки, обычная открыточка какая-то, для нас это уже есть приятно. Не важно что, но вы просто дарите такие большие подарки. Я обращаюсь ко всем девочкам, которые ну, реально дарят вот такие вот нам посылки высылать. Высылают и высылают, и еще будут идти посылки. Спасибо вам огромное. Ну, не знаю, я как-то так думаю. Та я в шокі, я постоянно, блін, мені навіть нічого сказати, у мене слов нет. Мені лично таких подарків не дарили. Друзья таких подарків не дарили, блін, вообще. Та ніхто да. Такого не дарив мені. Та це вообще пипец, вот так вот, да, люди тупо допомагають нам, просто понимаю. Ну просто більшість, да, нас любить. Я в шокі, я тоже. Чисто. Ну і більшість розуміють, і які ще складності, що там... У мене з тою сім'єю, що, ну, всі розумієте. Представляєш, як приємно? Я сижу, блин, я в шокі, мені навіть... Та мені кажеться, що кожен мечтає. Все, що хочеш, смотри. Кожен мечтає, що так. Питання, памперси, бутилочки, лікарства, блин, шампунь. Я, наверное, думаю, зараз люди дивляться і такі думають, боже, як охеренно будь блогером. Ну реально, ребята, ну для цього ми і стараємося, ми знімаємо відео, стараємося радувати вас на, там... Награждати вас позитивом, щоб ви були позитивні, щоб ви любили наші відоси, ви радувалися, я не знаю, там прям дивилися з таким усердям це відео, там дивилися, сиділи, їли солодощі, наслаждалися відосами, щоб ми вам піднімали вам настрій. Оце круто, блін. Ми обіцяємо, що для вас будемо знімати, знімати і знімати, ми не остановимося. Бо ми вас дуже сильно поважаємо, бо за такі подарунки, я не знаю, треба розплата, це вам тільки для вас от реально знімати, знімати відоси. Дуже дякую всім тим дівчатам, бо не один ще хлопець нам нічого не прислав. Дякую всім, хто хоче. Спасибо большое. Хто хоче передати ще подарунки, пишіть або Нікі, або мені. І ми вислимо вам адрес. Ніяких більше акаунтів немає. Ніяких. Бо нам пишуть, кажуть, там ще є якісь акаунти, збирають подарунки замість вас. Це ви чи ні? Ні, ми не маємо відношення до ні до яких акаунтів, ні до яких фан-акаунтів взагалі. Ми тільки офіційна сторінка Нікі і моя. Тільки на них ми можемо відправити з наших сторінок вам адресу. Все, ніякі акаунти, фан-акаунти, якісь псевдо-акаунти создані, то все є лохотрон. Я вам сразу кажу, не ведіться, хто собирає подарунки нам. Це все лохотрон. Так що обращайтесь либо Нікі, либо мені. Все в описі під цим відео, дві ссылки будуть. Дякую вам, ребята. Всім дуже дякую, реально.